Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверен. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит. Я думаю... Воу, друзья, всем привет, с вами Итан, и мы продолжаем играть в игру под названием Assassin's Creed. Что? Это дверь, похоже. Да, она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. Ага, да. В общем, пришли мы в какую-то... такую пещеру таинственную. Нам здесь Джеймс рассказал о том, кто был тот человек, о том, что он тоже состоит в ордене ассасинов. Эти блоки можно сдвинуть с места. Ух. Это тебе не по тросам лазить. Да, здесь опасно. Такой ловкий малый. Так это за вами гоняются тамплиеры. Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. Мне, конечно, больше интересно узнать, что он покажет нам здесь. Вообще-то какие-то руины Майя, судя по всему. And jumping! Oh yeah. Так, что, ныряем? Поплыли. У нас также впереди будут морские миссии. И там будет примерно то же самое, только с акулами еще плюс. Ну, как в Call of Duty практически. Силы еще есть? Обругать тебя хватит. Так, погнали дальше. Не, под водой, конечно, красиво. Ничего не скажешь. Было бы еще так, какие-нибудь пещеры тайные, куда можно заплыть. Или какие-нибудь проходы в неисследованные области. Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Стена такая довольно-таки высокая. Надеюсь, здесь... не получится у меня сорваться, даже летучие мыши приютились. Так, ну что? Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Нас ждет еще одна загадка. Так. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. Стоп. Только с рисунком. На полу тоже есть рисунки, но совсем другого рода. Надо нам совместить. Точно есть связь. Но какая? Да, ну какая? И давайте залезем сюда. Видишь?
Да, одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Непонятно. Да, вот тебе и связь. Да никак. Совместить хищника и добычу. Так, у нас там вообще что? Что там такое? Ладно, давайте возьмемся за рычаг. Все, я прекрасно понимаю, как должно это быть. Такс. Этот мы сейчас сюда сгрузим. Чпок. Дальше нам нужно подвинуть еще разок. Поехали, поехали. И сгрузить вот эту. Да. Красненькую. Не, на самом деле все просто. Не такая уж сложная задача. Вы уж не подумайте. Доселе я не играл. И давайте по предпоследнюю. Прям в гнездышко опустим. Так, теперь у нас красная в небе. Спускаем ее. Ой. Куда ж ты крутить-то стал, дружок? Вот, конечно, ассасин, он такой весь долгий. Очень мало действий происходит на экране, поэтому это, конечно же, может вас наскучить. Прохождение, но, тем не менее, мне, допустим, интересно. Боже, это же мудрец! Но этой штуке уже сотни лет! Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Да, тот там самый. Там шиеры сказали, зачем он им нужен. С усами. Они налили его кровь в стеклянный сосуд. Такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. Такая монументальная вещь. Здесь дополнительных задач не было, поэтому мы выполнили со 100% синхронизацией вообще без всяких проблем. Я предлагаю вам пройти дальше по сюжету. На сей раз у нас будут задачи такие. Тоже не очень сложные, я думаю. Потому что самое сложное для меня морские сражения, а ими пока что даже я там видел. И не пахнет. Джим! Джим свалил. Ай, так, ну ладно. Или он здесь где-то? Не, мы все еще исследуем этот остров, естественно. Тихо. Статуя в храме. Это его вы видели в Гаване? Да, один в один. Похоже, найден новый мудрец. Борьба за обсерваторию начнется вновь. Поэтому шепотом. Это ваша вина, Кенуэй. Карта, что вы продали тамплиерам, привели их к нам. Теперь агенты двух империй знают, где мы скрываемся. Оставьте это мне, наставник. Людей Эдварда тоже схватили. Интересно, важны ли ему их жизни? И мы здесь возьми. Завязаны. Не привлечешь внимания? И будет меньше жертв. Крутая вещь. Так, духовая трубка — это эффективное бесшумное оружие, поражающее противников на расстоянии. Вместе с ней вам доступны дротики с снотворным или ядом берсерка. Вы можете покупать дротики в лавках или изготавливать их из имеющихся предметов. Так, выбираем, прицеливаемся, стреляем. В принципе, все как на пистолетах. Используй дротики. Быстро.
Так, снотворное, да? Тихо и действенно, да? Сейчас он ее по почке даст. Да. Ну что, давайте глянем дополнительные задачи. В первую очередь, усыпить стражников дротиками. И использовать яд берсерка, опять же, на стражниках. Так, а где стражники-то? Там на скале спрятаны или где? Может быть, где-то здесь? Оу-е! Так, вот этот дядя, он явно... Он, конечно, крутой, но он здесь один. Я тоже когда-то служил на флоте, но под черным флагом привозил. Подумай, друг. Давайте его, у нас есть возможность, все-таки усыпим. Сейчас он как придет сюда. Так, быстрее подходим. Пускай немного отдохнет. Так, конечно же. Сейчас. Не пали контору. Так, мы тебя выпустили? Да, вот он. Наш товарищ. Так. Упадет, не упадет? Блин, не упадет. Видишь этот храм? Огромный. О, да. Там, наверное, там... Блин. Что ж ты делаешь, Эдвард? Мне надо его убить, блин, но не упасть. Сейчас, друзья, нельзя. Прям порезали его, отлично. Так, там, смотрите, целая грядка просто шикарная. Приманка для всех нас. Давайте мы сейчас возьмем берсерка на сей раз. Но этот не такой мощный. Давайте вот этого. Он, похоже, такой мощненький будет. Кабанчик, смотрите. Сейчас вы узнаете, что такое яд. Так, подрезали его? Да, подрезали. Блин. Давайте этого тогда тоже подманим. Сразу, может быть, двоих. Блин. Один дротик ушел. Красавец. Все, вальнул. Кстати, нам нужно... Блин, вот он нервный. Хоть его усыпляй по новой. Чувак. Вот уж, благодарю покорно. Там, кажись, тоже никого нет. Этих солдат привел работорговец Лаурен. Та миссия на самом деле. Так, долетит, не долетит? Ага. Хренушки, там не долетит. Ну ничего. Потихоньку мы идем вперед. Отпустите меня, я
часов мчусь. Обещаю. Оу, oh, yeah. Проклятый рабоводитель. Этот готов? Ну, в смысле, освобожден. Так, у нас есть еще. Так, давайте, наверное, бересерк тоже используем для начала. Чтобы они немного так встрепенулись. Сейчас, убьет он его, не убьет? Что-то вообще... Двое. Сейчас будут отдыхать, а мы их... Убьем. Отлично. Все дополнительные задачи мы выполнили. Теперь у нас остались только дротики яда бересерка. Особо буйных будем сейчас делать солдат. Так, там на вышке наверняка тоже кто-нибудь есть. Так, ладно, посмотрим, какой из него боец будет. Да, отличный. Так, тоже работай. Там еще и офицер. Трое. Смотрите, какая красота. Они себя убивают. Так, ладно. Смотрите, вот здесь у нас, в принципе, тоже свободно, да? Ребята, вот с тем, конечно, надо было посчитаться. Но, блин. Ладно, нам немногих надо освободить еще. Сейчас, пожалуй, залезу я на скалу. Может быть, там... Черт, обидно, профугал я немножко, неправильно сделал. С боеприпасами поступил. Так, здесь наш солдатик. Ай, блин, здесь не заберешься. Надо бы сейчас наверх подняться. Там их подрезали. А это вообще наш товарищ. Блин, а где же солдаты красным? Ну ничего. Надо еще освободить нам 8 пленников. Мы можем и свистеть здесь, поэтому. А что за голландцы мы привезли? Такой брюзга. Работорговец привез. У него хакерская грамота от губернатора Галлинга. Надо обходиться с ним учтиво. Странное сочетание. Пускай отдыхает. Так, двоих мы можем прям, сколько я знаю, со спины убить. Так. Оу, я вас потрошили. Сейчас главное нам не спалиться. Блин. Скинуть инкогнито надо, отлично. Нам и дротиков дали, что самое главное. И осталось немножко людей нам тут тоже. Так, вон он на самой вышке находится. Это у нас бересер, да? Нам надо слип сделать. Так, чувак, отдохни. Сейчас я им займусь, потому что... Ну, потому что надо, друзья. Давай, Эдвард. Так, а он здесь как здесь? Ну что ж, неплохо. Неплохо. Так, еще один. Но все-таки на вышках их надо
она больше всего боятся. Но мы не сдаемся. Блин, давай лезь наверх, раз уж на лестницу не получается. Боже. И нам осталось буквально... Ух, главное не разбейся. Все, слава богу, обошлось. Нам остается здесь... Так... Так, давайте его зарежем. Блин, жму со всех рук. Надо вообще, наверное, здесь что-то посерьезнее. Так, еще троих у нас тоже освобождены. Это хорошо. И осталось буквально один человечек, да? Так, есть у нас слип какие-нибудь? Да. Сейчас буйных мы... Опа! Готово. Спасибо, брат. Ну все, друзья, даже мы немножко больше освободили. И я считаю, что все здорово у нас получилось. Кто у нас там? Ты видишь того старика? Рабовладелец Лауренс Принц. Возомнил себя королем Ямайки. Охотимся на него не первый год. И даже почти достали. Право слово, вы веселые люди. Сплошь хмурые лица вокруг. Капитан Кенуэй, вы весьма талантливы. Ну, я от природы таков. Но вы грубы и неотесаны. И носите форму, которую не заслужили. Все дозволено. Таков ваш девиз. Я забуду об ошибках, совершенных вами в Гаване. Но вам здесь не рады. Прости, друг. Жаль, что так вышло. Но это хорошо, с другой стороны. В принципе, мы вроде бы не ассасины, но в то же время они нам рады. Ну, не рады, но... По делам тебе, Эдвард. Более-менее нормальные отношения. Один из нас позоришь наше дело. А что это? Ваше дело? Мы убиваем тамплиеров и их союзников. Тех, кто хотел бы править империей. И это якобы во имя мира и порядка. Помню, Дюкас об этом говорил. Видишь, для них главная власть. Возможность править людьми. Отнять свободу. Опять послание от твоих друзей? Да. Я покажу. Ну, это контракты на убийство нам показывают. То есть мы можем взять задание, подзаработать на этом денег. И... быть таковы. Ну, надо, конечно, устранить человека в нем. Это во всех заданиях. 100% синхронизация, друзья. Как бы, это неудивительно. Я так и знал. Ладно, мы продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось такое слоупочное, но такое тихое, спокойное прохождение. И эта серия в частности. Так что оставайтесь на канале. Всем пока.